И снова здравствуйте! С вами Алила Чачева, Интеграция Россия-Китай. Наша ассоциация молодых предпринимателей приглашает каждую среду на круглый стол в 3 часа обсудить все актуальные вопросы, как работать с Китаем, как работать в Китае. Молодость – это не только возраст, но и состояние души и стиль жизни. Поэтому мы ждем вас. До встречи у нас!